Рядом со мной Светлана Золотарева. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана, сколько лет знакомы с ТВ «Шансом»? Сегодня юбилейный, 55-я вечеринка, 10 лет проекту. Сколько лет вы с ТВ «Шанс» дружите? О ТВ «Шансе» я слышала уже давно, но знакома лично около года. Как вы познакомились, как нашли друг друга? Я была зрителем, а потом меня заметили, главное, на ТВ «Шанс» и пригласили участвовать. Нашли здесь друзей, с кем-то, может быть, задружились, заобщались? Да, наша тезка, кстати, с тобой, Светлана. Светочка, привет! Много хороших, талантливых людей здесь действительно можно встретить, так что приходите, не пожалеете. Сегодня... Ты не хочешь меня узнать, какую я сегодня буду петь песню? Очень мне интересно, я как раз хочу это выпытать. Какая сегодня песня, кавер или своя авторская? Сегодня я исполню замечательный кавер Таисы Повали «Мама, мамочка». Эту песню я посвящаю тебе, моя дорогая, любимая мамочка. Вот на прошлой вечеринке вы с Никитой пели дуэтом. Еще какой-то с Никитой дуэт готовите? Хотите что-то вместе спеть? Да, так же, как и в дуэте, он у меня всегда выступает еще и сольно. Поэтому любите, жалуйте, ожидайте. Комфортно вам вместе с ним выступать? Комфортнее, чем если бы это кто-то был другой из мужчин? Я думаю, что это не влияет. Родственник, сын, брат. Главное найти творческий тандем. У нас это получилось. Светлана, что мотивирует на творчество? Что стимулирует написание песен? Пишу я песни давно, с 15 лет. Обычно, когда приходит вдохновение или какие-то сюжеты из жизни в основном, да. Есть какие-то планы на ближайшее будущее? Может быть, мечта есть, которую хотите осуществить в ближайшее время? На данный момент я работаю над тремя авторскими песнями, и скоро вы об этом узнаете. А у вас есть кумир? Кто на отечественной или, может быть, на зарубежной эстраде для вас кумир? Конечно же, Алла Борисовна и София Ротару. Светлана, пожелайте, пожалуйста, проекту ваши праздничные пожелания. Что вы желаете на десятилетие? Я желаю процветания, больше красивых, счастливых людей, чтобы вас окружали каждую минуту. До новых встреч! Светлана, приходите еще, вам развитие, радуйте своим позитивом. Спасибо, дорогая. Всего пока.